Все, мы проснулись. Надо быстренько ему собрать. За этот раз надо аккуратно, если придет ночь. Мама, нужно утром костер. Да, зачем нам утром костер? Он уже потухнет. На вся жизнь. Так, нам надо один камушек, вот, чтобы топор. Отлично, теперь мы можем срубить дерево. Только много деревьев нет. И... Слава Богу, на голову не хватает этот самый. А я знаю, где птица. Что он говорит? О, вот это интересно, Ирина. Из кокосов. Да, на голову не падают кокосы. Ничего себе. Где-то здесь. Смотри, это самое. Что? Извини. Знаешь, лучше уж кокос на голову падает, чем извини на тебя. Тут змеи. Не поняла уж, спасибо. Только тут змеи. Эти. Фу. Не хочется змеи попадаться. Не знаю. Лучше тогда уж кокоса. Кокос еще, наверное, съесть можно. Да. А змеи? Вряд ли. Змеи нельзя съесть. Так, мы можем? Нам нужен еще один камушек. Там сделаем. Ой, это не птица. Да, я вижу. Вот это. Там нельзя попадаться. Вот змея это. Нет, мы не будем это убить. Не хотим. Мы нас обойдет твоя змея. О, вот камушек. Вот камушек. Мы можем сделать кирку. Ура! Пойдем набирать камни. Тут уже сложнее. Ты думаешь? Да. Да. Шоколадин. Да. Вечер уже. Да. Если мы... Попробуем. Мы не сможем костер сделать на плоту. Он уже не нагорится, этот плот. Правильно? Так что придется... Тут! Тут, ничего. Он будет кушать. Мы, по-моему, можем кокос купить. Что-нибудь еще не можем здесь поделать? Там очень круто. Ну, видишь, скоро ночь. Да, срочно. Ладно, идем. Сделаем огонь. Если... Более эффективный, говорим, может быть, этот сделаем. Thank you.
нет, мы не можем его съесть. Нет, мы тоже не можем. Мы тоже какие-то какие сможем. Что у нас? Ничего, не может съесть. Можно приготовить. Да. Так, это что? Тоже можем приготовить. Это ракушки. Это ракушки. Нет, вот ракушки. Ракушки мы не можем приготовить. Шишки. Шишки. Мы тоже можем приготовить. А ты лучше попить одежду. Нет, мне нужно все подготовить. Ужас, дочь. Поесть можно. Все поели. Теперь можно подкинуть дровишек. Чтобы больше было огонь. Тут уже нельзя. Я думаю, это тоже можно приготовить. Это не все приготовить. Это можно только посадить. Чемушка. Ой. Мам, сюда нельзя. Тут синяя. Ага, давай посадим тогда еще что-нибудь. Это нельзя сажать. А, это можно только в джунглях сажать, наверное. Ну тогда выкинем, пусть горит, что ли. Это тоже выкинем. Скоро день. Захламлять тут все. Ура! Ура! Все, поплыли. Да, это было место. О, смотри. О, тут уже киты. Ого! Это вообще-то... Кто это? Как я называю? Волна. Кто это? Ну да, это больно. Ой, я что, кто-то опасный. Что это значит? Или такая музыка? Не знаю, ладно. Ты везде мне волны. О, смотри, можно его съесть. У нас... О, это что? Интересно. Ягодки. Это ягодки. А вы сырки скачали шипу? Давно уже. Можно было купить на Стиме вообще. Да. Давай посмотрим вообще, где мы. Вот здесь наш костер. А вот тут мы. Да. Здесь джунгли. Здесь чайки. Вон чайка сидит. Вот. Вот там наш костер. Ну да. Ладно, пойдем. Ну, где-то, где мы не были, там и нету карты. Да, там карта еще закрыта, там где мы. Нам надо знать, как открыть еще эти ящики. Еще чего-то можно было. Вот что-то надо было сделать, чтобы их открыть. Да, вот это надо сделать. Нам надо 3 травы, чтобы ловушку сделать для кроликов. 3? А сколько у нас травы? 1? 5. 5. Нам еще 1 надо.
Ладно, пойдем посмотрим, что там дальше. Откроем землю. Да? Здесь мы поняли, здесь змеи. Делаешь. Ой, подожди. Ой, учит. Ага, значит, здесь закончился. Надо идти туда. Там открывать. Вот цветочки. Буду пожелать. О, понимаешь, что это значит? Что это? Это значит, что мы на острове, что нам... Надо уплывать отсюда. Почему? Уплывать. Ты это съесть? Почему уплывать? Да. Потому что остров, тут больше делать нечего. Все, поплыли. Видишь? Если мы нажмем карту, то весь этот остров. Значит, нам надо идти на более большой остров. Ну, это ничего страшного. Смотри, когда мы попадаем на волну, мы быстрее плывем. Немного по волнам плыть, и тогда... О, видишь, вот пришли. И сейчас будет опять остров, потому что светлая вода стала, видишь? Ну вот, мы нашли новый остров. Надо тут костер сделать. Сделаем, сделаем, выживаем. Сейчас прям тоже. Прямо сейчас надо костерить. Давай глянем, где мы. О, посмотри, какой кусок мы проплыли. Видишь? У нас был тут. Теперь мы здесь. Классно. Давай сделаем костер около нашей... Ну, около нашего... Этого самого. О, мы можем вообще сделать костер? Нет, мы не можем сделать костер. У нас ничего нет для костра. Упс. Так, вот, теперь мы можем сделать костер? Да, мы можем сделать маленький костер. Что? О, можно съесть бабочку. Можно съесть это. Что-то ему не очень понравилось. Да. А, это кислый сок. Рыбина это. Кислый сок называется. Это знаешь что? Это не рыбина, это кислый сок называется. Я не помню. Так. Уже говорит, стало темно. Давай-ка сделаем костер. О, можно моллюска приготовить. Что такое моллюска? Рыба. Сказала бы, что мясо ему понравилось. Ну, ничего. О, а это можно тоже. Это морская трава можно приготовить. Он будет сидеть. Он не будет то, что рядом с костером. Тут тоже можно приготовить. А как дом сделать? Ну, скажем так, никак. А, можно же сделать... Из веточек. Знаешь, нам нужно машину сделать крутую. Ого! Чтобы ее сделать, эта машина, она много нам рецептов откроет. Надо вот сделать. Это надо. Это. Да. Ну, это все не сложно. Главное. Ну надо клапнуть. Вот. Это у нас есть кирка. Надо камни копать. И тогда. Мы сделаем эту золотую машину. Посмотрим,
Нужно ли нам сделать шапку? Все, мам. Шапку нельзя. Все, мам. Ну все, ночь, я вижу. Это же синяя. Нельзя в синюю податься. Угу. Будем стоять, ждать утра. Мозги вниз падают. 190. Нечем мозги вниз падают. Нечем их перекусить. Кусти. Ну, он еще не потух. Ну, очень скоро. И скоро день. Думаешь, потухнет? Давай. Подкинем его отсюда. Третий день. Да. Наконец. Исследуем карту. Это такая. Вот, сохранили вот. Вот, нам надо найти золото. Надо что-то золото, как мы видим. Да, надо слабо что-то найти. Нет, тут золото не в кладе. Тут золото находится в камнях. Ой, сложно найти. Может, этот маленький камень надо? Вот так будет золото. Вот смотри, нам надо, знаешь, что сделать? Хаммер. Вот этот молоток. Если мы сделаем молоток, то он нам поможет все разбомбить. Например, вот это. О, видишь? У нас. Это ловушка. Мачете. Вот это мачете. Но ты знаешь, что делать с мачете? Мачете — это большой нож. Да. Вот в чем этот нам. Это нож. Знаешь, что нам надо сделать? Вот это. А ты я тебе говорю, что да. Вот этим, конечно. Нам надо сделать сундук. А не то у нас много всего. Вот какой-то. Надо сундук сделать. И положить туда на сундук. Вот это золото. О, смотри, что это? Это свинюшкин дом. Ой. Свинюшкин дом чуть не поломали. Дай дураку нож, и он тут, ой, нож, молоток, и он тут все разбомбит. О, отлично. Вот теперь мы можем. Нам нужна машина. Нам нужна золотая машина. Вот сможем-то. Без золотой машины мы не сможем сделать мешок. Так, пойдем вниз к нашему. К нашему плоту и туда закинем такую. Видишь, у нас просто все клеточки заняты. Нам надо все это дело выкинуть. Поставим тут это все. Надеюсь, никто не заберет. Кто-то может. Вот кто? Тут больше никого, кроме нас, нет. Есть! Свинди! Свинди! Ну, свинди скоро нас забудет. Ой, свинья. Надо свиненку ударить. Так. Тогда он понял. Подожди, а где наша эта самая? Ну, сейчас придет.
этот ужас. Не надо что делать. Мундир только надо увидеть. Мундир. Кирку у нас мы что-то потеряли, я не поняла. А, вот. Ой, ау. Я даже уже забоялся так, что тронулся. Ой. Ну, ты не бойся так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Ой, он ужасно. Ой. Не крабу бояться нас. Почему? Крабу? Да вы уходите этого плохого острова. Ты думаешь, это плохой остров? Да. Уходим отсюда. Свиньи. Хорошо. Плохой. Договорились. Когда бежим на наш... Ну, не плывут. Так. Ты где наш корабль? Корабль, ты где? Сейчас спокойно. О, вот наш корабль. Заберем что-нибудь еще? Веревку, да. Например. Да. Еще съесть. Давай веревку заберем. А это что такое? Одежда? Ой, свиньи. Уплываем очень мало. Нет, свиньи. Ну, не плавать, к сожалению. Здесь не свиньи, к счастью. Ой-ой. Нет. Темнота. Что, а куда мы поплывем в этой темноте-то? Оу. Медузы. Нет, мы не успеем. Мы не успеем, да. Краб. Ужас, потеряем. Вот, не теряем. Ну, теряем, если бы синяя плохая. Держи, здесь светлая вода. Это для того. Я спала. Да. Можно сделать костер? А мы сожгем наш плод, мне кажется, если мы делаем костер. Ой, сейчас синяя будет. Синяя! Что синяя? Нет? Синяя штука это. Вода светлая. Нет, это синяя. А, ночь. Ночь пришла. Вот. И синяя, все. Упс. Синяя. Посмотри, мам. Здесь синяя будет. Меньше. О. Наконец-то. Вот есть это самое. Ох. Все в жизни. Ой. Мы наконец-то в жизни потеряли. Сфотим. Ой. Он говорит, что вроде наш кораблик скоро потонет. У него 10 жизней осталось. Я не знала, что кораблики тоже могут тонуть. Не знаю, что проблема была. Он сказал, что... Это я что-то есть в воде. Весь промок. Он сказал, что весь промок. Смотри, нам всего лишь надо было сделать факел. И все произошло. В прошлый раз мы забыли про факел. О, он сказал, у кораблика осталось 7 жизней. Сейчас уже кораблик потонет. По-моему, мы здесь... Непонятно где. Вот тут мы. Я вижу, нам надо вот как-то обратно. Очень далеко. Вот это внизу. Смотрите, видишь, все промокло. Видишь, все мокрое. И все потихонечку выкидывает. Наш кораблик
О, смотри, тут другой есть кораблик. О, вот его 150 жизней. Вот это кораблик крутейший. Ура, наконец-то мы нашли новый. Пикап Куперс. Сперган. О, это какая-то крутая штука. Нам надо тут так много классных штук. Нам нужно эту машину сделать, которая нам поможет сделать сундук. Но тут нам некуда все складывать. И вообще у нас все мокрое. Мы промокли до ниточки. О, о. Ура. Так, ладно. Куда где? С этим рядом с Миндием. Нет, мы очень далеко от этого Фрунделя. Фрундель был вот здесь, видишь? Это его домик, который мы нечаянно ударили, ему это очень не понравилось. Вот тут мы не были. Вот в этом квадратике маленьком, угу. Ну это ничего страшного. Ладно, тут давай. Тут везде река, где-то, ну где-то. Давай пока мы... Сохраним это? Сохраним, да. Сохраним и